Славная эта традиция – венчать жатву праздником урожая. Многолюден, красочен был этот праздник в Илишевском районе Башкирии. Район первым в республике выполнил социалистические обязательства по продаже хлеба государству. С большим успехом, с богатым урожаем, земледельцев поздравил член ЦК КПСС, первый секретарь Башкирского обкома партии товарищ Шакиров. В почетном строю лучшие комбайнеры, водители, трактористы. Самоотверженным трудом заслужили они право на всеобщее уважение, право на этот праздник. Празднику предшествовали жаркие эстрадные дни. Поздняя весна, холодное лето отодвинули жатву на 3 недели по сравнению с обычными сроками. Время уборки оказалось спрессованным до предела. Сотни уборочно-транспортных отрядов работали круглосуточно. Девятый урожай созрел на полях колхоза «Октябрь» Илишевского района. И какой урожай! По 30 центнеров с каждого гектара собрали в хозяйстве. Сказалась высокая культура земледелия, умелая организация труда. Когда 21 год назад пришел сюда председателем ныне Герой социалистического труда Файзулгаян Яхин, урожайность составляла 8 центнеров с гектар. Разве мог тогда представить он вот эти горы отборной пшеницы?